Порядка 7,5 миллионов мальков осетра сибирского выпустит в естественную среду обитания Нижний Обской филиал главрыбвода до конца этого года. Процесс стартовал еще в июле. Было выпущено более 3 миллионов особей весом чуть более 3 граммов. Они успешно прижились в Иртыше. Мальки выращены на Абалакском экспериментальном рыборазводном заводе. Выпуски проходят в рамках компенсации вреда водным биологическим ресурсам и среде их обитания, причиненного при реализации проектов строительства нефтеперерабатывающих инфраструктуры. Во время нерестовой кампании этого сезона было получено свыше 20 миллионов экземпляров икры осетра сибирского, что эквивалентно 320 килограммам.